А смотрите, кто у нас сегодня здесь сидит. Тот самый персиковый кот, которого мы вчера искали. Ну, его подружка черненькая. Персиковый кот на месте. Посмотрите, его хоть в рекламе можно снимать. Посмотрите, какой красавчик. Но если вы не знаете, где это Пушкинская. Так что, кто здесь будет гулять возле зебры, можете смело кормить рыжего этого персикового кота. Он не рыжий, он персиковый, такой очень красивый. И лежит он здесь все время. Раньше хороший был комиссионный магазин. Так называемый зебра. Тут мой знакомый работал. Он сначала в ЦУМе работал, но потом здесь. Продвинутый парень был такой. Как будто домашний. Угу, ошейничка. И снова новый выпуск. Я не знаю, который это уже выпуск на сегодня. 4-й. Честно, не хотел ничего снимать, но вот мы пошли по Пушкинской в центр города и обнаружили персикового кота. Ну как с вами не поделиться? Мы же вчера его буквально искали. Я думал, что он куда-то пропал. А вот нет, он на месте. Поэтому терпите еще один выпуск из Одессы, с Пушкинской, наверное, из центра города. Покажу вам Дерибасовскую снова. Надеюсь, досмотрите до конца. В Одессе полным ходом цветет акация. Вот такой вот ковер у нас из акации. Круто. Люблю акацию, люблю эту пару в Одессе. Вообще для меня акация и платан — это прям такие сугубо одесские деревья. Мы немножко поднялись на одну улицу наверх. Идем по Ришелевской, бывшей улице Ленина, по направлению к центру города. Постепенно приближаемся к Дерибасовской, мимо Зара пиццы. Она же не Зара пицца, она уже мама Италия. А вот до этого она была всегда Зара. И вон уже оперный виднеется. Но сейчас не видно, а вот уже видно. Часы правильно идут. Вообще шикарно, минута в минуту. Наконец-то можно снимать здесь. Раньше здесь стояли ежи и мешки, и т.д. и т.п. Но теперь, я думаю, можно снимать, я уже почти уверен. Туристы могут гулять, туристы могут фотографироваться, могут снимать. Это не может не радовать. Блин, на Екатерининскую больно смотреть. Она уходит туда вот просто во мглу. Света вообще в конце туннеля не видно. Там уже тоже все открыто, уже можно спокойно ходить. Но как-то, видите, там цивилизации вообще нет. Все, собак тоже показываем.
Все у нас нормально на канале. Нет дискриминации у нас. Видите, у нас по-английски поют народные песни. Что, с вами были хроники Одессы. И вот так вот заканчивается этот день, 21 июля 2022 года. Подписывайтесь на канал, чтобы оставаться с Одессой. Я надеюсь на ваши нейтральные, нормальные комментарии, чтобы мне не приходилось стирать всякую дичь. Пожалуйста, пожалейте меня. Всего хорошего и до нового видео. До свидания.